Это все, что осталось от входной части советского парка. Колонны, навесы, заборы, ворота – все снесли до самого основания. Но пустым вход точно не оставят. По крайней мере, по бумагам до 1 сентября здесь должна появиться новая входная группа. Белая волна на красных опорах. Так будет выглядеть главный вход в парк со стороны улицы Андрианова. Сочетание красного и белого цветов, судя по проекту и по тем объектам, которые уже появились здесь, дизайнерская задумка. На центральной площади уже появились внушительных размеров слово «парк» с деревянным уточнением «советский» и «яркое приветствие». Вот как это выглядело на проектном изображении. Все это результаты прошлогоднего этапа реконструкции, рассказывает замдиректора по развитию этого парка. Пешеходные зоны вымощены плиткой, появились лавочки и новая система освещения. Сейчас идут работы по самому такому основному объекту. Это здесь будет полностью заменена тоже также дорожная часть, будет установлен сухой фонтан и добавлено немного ландшафтного дизайна. То есть будут установлены также посажены кустарники, лавочки добавлены и установлены будут МТО, то есть дополнительные объекты для торговли. Для визуализации слов Сергея Викторовича вновь эскиз проекта. Картинки радуют председателя КТОСа Парковой Татьяну Вьюцкую. Женщина рассказывает, что всю сознательную жизнь провела по соседству с парком, поэтому есть с чем сравнивать. Конечно, советские времена – это советские времена, но сейчас большинство, наверное, жителей Советского округа ратуют за то, чтобы это был парк многопрофильный, чтобы можно было и спокойные зоны отдыха, и игровые площадки, и детские. И вот эта фасадная группа и спуск к Иртышу, это, наверное, как визитная карточка, как вот те самые столбы, о которых мы вот упоминали буквально только что. Честно говоря, я очень рассчитываю, что парк все-таки будет современным. Одно дело, когда это такая спокойная вальяжная зона для прогулок, а совсем другое – это современные какие-то площадки, где можно было и пожилым, и молодым, и спортсменам провести время с пользой и с удовольствием. В парке и сейчас гуляют, бегают и занимаются спортом. Но пока та часть, до которой не дошли рабочие, своим состоянием лишь подтверждает, что советское время далеко позади. Второй этап реконструкции должны завершить к началу осени. А в следующем году стартует третий этап, который дойдет до пляжной части. Затронет ли ее реконструкция, неизвестно. Сейчас только разрабатывают дизайн-проект. Денис Ионас, Юрий Дорошенко, Антенна 7.